Я думаю, что Крым будет развиваться. Вот мы объездили, наверное, весь Крым. У нас были гастроли, и мы были во всех крымских городах. Вот могу со всей ответственностью вам это заявить. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось, что очень много людей, то есть желающих отдыхать в Крыму очень много. Я думаю, что и сейчас их будет очень много. Я помню не помню точно, какой именно город, потому что я могу перепутать, в каком-то городе мы просто пришли на пляж, просто не было места, вот, понимаете, куда поставить вещи и просто сесть, потому что везде люди, все отдыхают. И ведь крымский воздух, он, ну, доказано, он уникальный, он лечебный, поэтому, я думаю, всегда будет пользоваться спросом это место. И сейчас, я думаю, там, может быть, что-то сделают еще интересное в этих местах, может, еще какие-то развлечения для людей. То есть не только пляж, прекрасный воздух, да, там кафе, рестораны, но и, я думаю, какие-то развлечения интересные тоже. Я думаю, что это все будет только развивать и привлекать людей в эти места.